Всем привет, с вами Террасер. И Ньюкип, ребята, всем привет. Да, и сегодня мы поиграем на одной карте интересной, которую сделал ShadowVip и скинул мне еще давным-давно, на самом деле, когда мы записывали с Аидом и Демастером выживание в обсидиановой коробке. Вот. Или из коробки из Бодрока, да, по-моему, в коробке из Бодрока. И тогда мне ShadowVip сделал карту выживания в коробке из алмазов. Но руки никак не доходили записать. И вот сегодня мы руки решили наконец дошли, да? Вместе с Нюкимом решил выживать. Записать. Именно так. Поэтому, ребят, если вам эта тема понравится, то не забудьте поставить лайк, и тогда, возможно, подобные карты будут и дальше выходить. Так, ладно, давай мы не будем тянуть время и быстрее нажмем начать. Ты готов? Да, куда нажмем? Кнопки-то я не вижу. Где кнопка? А вот эти таблички. На сами таблички нужно нажимать. Ух, видишь? Ты, нифига себе. Вау. Я читаю текст или ты почитаешь? Да, да, я могу сам почитать. О нет, где мы? ShadowVip говорит, вы в моей ловушке. Что ты от нас хочешь? Я ничего не хочу, кроме того, как проверить вас. Достойны ли вы? Вы скоро все узнаете. А сперва продержитесь тут. Вам придется... Ты так засмеялся, я подумал, может, я что-то не так прочитал. Ну, типа, достойны чего? Так, достойны ли вы, ну, как бы, не знаю. Достойны мы чего-то, достойны, вот узнаем, чего мы достойны. Вам, так, предстоит прожить ровно 7 дней. Один день идет 12 минут реального времени. Каждый день будет происходить что-то новое и особенное. И даже я не знаю, что. Удачи. Да ты сумасшедший! Выпусти нас отсюда! Да чего я только начал дерево собирать? Ты о чем, Нюкин? Я не тебе. Я думал, что ты распсиховался что-то. Может, не то дерево собираю? Да нет, я же читал. Короче, да, ты вот молодец. Собираешь дерево уже, пока я тут читал. Ты молодец, да. Собирай. И не останавливайся. Собирай много дерева, мы с тобой будем теперь тут выживать. Наша задача с тобой выжить 7 суток. 7 дней, ну, и 7 ночей. Это значит, волноваться нечего. День только начался. Еще куча времени впереди. Да. А также, ребят, мы будем выпускать вот ролики по этой карте в таком же варианте, как мы выпускали их раньше, когда снимали выживание в бедроковой коробке. То есть день и ночь — это одна серия. Вот. Поэтому сейчас, в ближайшее время, у нас будут как раз выходить ролики по вот этой карте. Да, Миша, так. А почему ты говоришь «да»? Я думал, ты меня поправишь. Я же тебе сказал, что времени вагон, а по факту-то его мало, потому что сутки тут сколько длятся? Ну, сколько, как ты забыл сказать об этом? 12 минут в день. Ну, вообще, как бы, если подумать о том, что может быть здесь сутки длятся и не 12 минут, то может быть все-таки как бы и что-то не то. Короче, да, именно так. Что-нибудь понял? Я понял, что я получил уже 2 яблока, и это нам поможет выжить хотя бы один день. Это хорошо. У тебя сытость отнимается сейчас? Сейчас нет. Как а ни вообще странно. Хоть немножко отнялась? Вообще нет, но она как-то дергается. Я так понимаю, когда она дергается, значит, она подвержена убыванию постепенному. Так? А у меня она не дергается, я не знаю, в чем дело. Она иногда дергается, вот когда ты там попрыгаешь, еще что-нибудь поделаешь такое активное. Я думаю, что нужно, короче, нам посмотреть, будет ли у нас отниматься сытость. Может, у нас стоит гейм-мод этот, difficulty peaceful? Ну, поставь. Надо будет этот нормальный гейм-мод. Так, давай я сразу же тогда это сделаю. Difficulty normal. Ну, вот не знаю, стоит ли такая, или у нас стоит другая. Так, я, короче, спускаюсь вниз. Нам нужно с тобой добыть где-нибудь руду и камень. У меня уже камень. О, уголь. У нас уголь будет, Нюкин. Чудесно. А если у нас есть уголь, значит, у нас должна быть печка. У нас будет печка, у нас будет овечка и маленькая сосиска. Где моя сосиска? Сосиска? Вот за сосиску я на самом деле не ручаюсь. Насчет понятно. Сосиски это я, наверное, зря сказал. Ну, придется сделать все самому. А знаешь, с чего я начну? Я начну с дома. У тебя есть какие-нибудь идеи, где нам обустроить свой дом?
Я думаю, что лучше всего его обустроить в таком месте, где, на твой взгляд, будет нам максимально безопасно. Потому что здесь должны происходить всякие странные вещи, и, как я помню, что было, по крайней мере, на карте вживания в коробке из этого бедрока, там да, были мобы. Так что здесь они, скорее всего, тоже будут, поэтому предлагаю тебе сделать какой-то защищенный дом. Так, ну ты знаешь, о чем я всегда мечтал, и на что я копил деньги в криптодолине, поэтому... Да, Миша, мы с тобой будем жить на дереве. На дереве, отлично, все. Занимайся тогда строительством дома, а я пока что добываю нам ресурсы. Чтобы мы с тобой были такие прям с ресурсами. Так, во, отлично. Мне нужно еще одно железо. Я тогда вернусь к тебе туда, домой, в смысле, наверх. Окей. Так, а где оно? Ты не видел, случайно, железо? Руду? Нет, потому что что-то мне подсказывает, что оно глубоко под землей, а я наоборот. От земли довольно... Алмаз! Алмазная руда! Красава. Алмазный блок. А добывать есть не чем? Нет, понятно. Мне ее не добыть. Мне ее не добыть, к сожалению. Ладно, я не печалюсь, я уверен, что рано или поздно я до нее доберусь, хотя нет, я до нее никогда не доберусь. Она находится, потому что под невидимым блоком. Она меня троллит. Так, я решил, что нам нужно немножко очистить тут свободного места, сделать побольше. Очистить? О, железо! Так, где бы нам сделать платформу? Ну, я пока начну, а ты уж как придешь, вместе со мной уж посоветуемся вместе и решим, на каком этаже будем делать наш дом. Ладно, хорошо. Так, как мне отсюда выбраться? Попробую вот здесь, хотя у меня блоки есть, если что. Ну ладно, я все-таки сделаю здесь подъемчик, чтобы было удобно спускаться, подниматься. Так, по-прежнему, кстати, у нас день. Ой-о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 й-
жесть какая! Их там миллиард, Миша, ты где сам-то? Их много, так, я понял. А, вон ты. Да. Так, смотри, они спавнятся. Доберешься? Я надеюсь, да. Да-да-да-да-да, смотри. Я ставлю здесь земли проходы, что-что-что. А, они же прямо вот здесь, около нашего дома спавнятся. Надо тут очистить маленько, чтобы не залезли. А, да, давай. Давай очистим, а то мало ли появится прямо здесь. Это будет ужасно. Наш дом тогда сразу же будет подвержен коррозии. Так, во. Я еще хочу сделать здесь факел. Сейчас я возьму вот так вот верстак. Вот так вот я его положу. Все, верстак у нас есть. Так что можно теперь использовать его по назначению. То есть вот на этом этаже будем, да, делать все? Ну, мы можем верстак переставить в любое место, если что. Окей. Это как бы не прям обязательно. Так, они все еще спавнятся. Вот какие. Их как много, смотри. У них ники 7 дней. Семидневные мобы. Это как фильм «Звонок», помнишь такой? «Звонок»? Я его не смотрел, но я знаю, какой фильм. Так, то есть ты делаешь стены из камня, да? У меня есть почти три стака досок. Это хорошо, это хорошо. Давай тогда я сейчас сделаю вот тут вот такую огранку, потом сделаю печку. А так, стены будет где ставить мне? А давай... Да вот прям вот по этим блокам. А не-не-не-не, сейчас. Давай лучше на траве, ну вот на листве ставь. То есть это у нас будет такой парапет. Окей. Ага, о, правильно, правильно. Все, отлично. Так, нам нужен большой дом или нам хватит и маленького? Нам, ну такой, чтобы мы могли с тобой здесь поместиться. И помимо нас, чтобы еще могло здесь поместиться что-нибудь другое. Ну вот так. А может сундук? А у тебя еще камень остался, можешь вот тут доделать маленько? Да, могу, могу. Так, сейчас. Тогда вот здесь. Ой, а, мне показалось на секунду, что они исчезли. Ну, было бы неплохо. Так, ну, кстати, мы здесь с тобой реально в безопасности сидим, мы такие ни о чем не думаем. Да, хорошо. Тут у нас будет такое панорамное... Не, вот такое будет окно у нас. Так, ты под кошками занимаешься. Да. Да, вот здесь еще нужно как-то туда что-нибудь поставить. Так, сделаю я, короче, теперь кирку железную. Все, железная кирка у меня есть.
Теперь, если что, этой железной киркой я буду добывать алмазы, если я их найду. Ну, так много мобов, но нам смысла нет спускаться вниз просто-напросто. Именно. Да и желания тоже нету как-то. А у... Или у тебя есть? Я не знаю, зачем? Мы можем здесь с тобой вполне спокойненько эту ночь переждать. А когда начнется день, уже отправиться тогда подобывать еще ресурсов. А у тебя дерево кончилось? Нет. Я просто такой медленный. Не спеша, типа, все делаю. Так, хочешь, хорошо, тебе дам? А у меня есть немножко дерева, я, конечно... я знаю, я сделаю сундук. Маленький пока что сундук, но все-таки сундук. Так, я его, пожалуй, положу. А вот сюда. Знаешь, смотри, ты где у нас сундук. Большой... О, классно. Ты большой молодец, то, что сделал парапет, потому что это такая защита от Нюкима, потому что Нюким любит падать неожиданно. Наверное, это защита для Нюкима тогда. Да, уже. Для Нюкима, точно. А то, представляешь, если бы ты так упал, и тут не было бы парапета. И ты такой, о, я упал. Ой, вот что там случилось? Что? Ты пролагал просто. Так, как тут стену поставить? Ты меня испугал. Ты вот сюда только не ставь. Вот здесь, короче, ничего не ставь. Тут у нас будет свободный проход. Понял. Во, отлично, смотри. Здесь у нас получается уже такой практически особняк на дереве. Так. Оп, смотри. Я поставил блок. Так, надо бы, наверное, вот здесь еще сделать немножечко освещение. Кстати, мы можем здесь вполне неплохо так наблюдать за тем, что там происходит. И узнаем тогда прям из этих окон. Можем посмотреть и увидеть, что там полный апокалипсис. Так, что бы мне сделать? Реально. Вот такое хочу сделать. Так, а можешь мне сходить попытаться с ними подраться? Ну, блин, не, я их не завалю, их очень много. Их очень много. Нам, кстати, нужна какая-то еда. У меня есть два яблочка. Это сойдет или нет? Этого мало. Так, я попробую сейчас вот здесь поставить факел и осветить вот эту зону. Так, мне кажется, знаешь, начинает еще немножко подлагивать от того, что их так много, этих мобов. А, вот оно что. А я думал, да, их случилось. Очень много. И, кстати, они, по-моему, дерево нам спилили. Ну, спасибо им за это. Или это... Нет, подожди. Я не понял. Может быть, это мы просто это дерево вначале спилили. Когда же начнется день? Я хочу есть, я хочу себе пшенички набрать. Не получается у меня красиво сделать крышу. А, почему не получается? Выглядит неплохо. Они очень неровно даже. У меня ставятся, потому что... Так, а сейчас я к тебе прибегу. Я тебе сейчас расскажу, как делать ровно. Ты бы не мог, пожалуйста, мне сделать там инструментов, если тебе не сложно? Инструментов? Могу. Только дай мне чуть-чуть дерева, если у тебя есть. Есть. У меня палок просто, одна штука всего лишь. Знаешь, как ставить ровно? Как? Не знаешь. Нет. Сейчас, надо тогда добыть вот этот блок. Короче, смотри. Ты должен взять... Куда делась лестница? А куда делась лестница? А, они просто, эти зомби, нам все это залагивают. Их слишком много. Короче, вот так вот. Подходишь к краю и ставишь здесь блок. Как-то кривовато маленько получилось. А это так и должно было быть. Сейчас я вот этот уберу. Оп. Так. А этот вот так. А, ты понял. Ты хотел, чтобы они внутрь, получается, загибались? Да. А почему они не ставятся так? Не знаю. Что за магия? Ой, реально, я не понимаю, почему. Я ставлю на нижнюю сторону, как бы на внутреннюю, а почему-то не получается. Блин, так много мобов, нам надо как-то от них избавиться. У меня просто здесь весь экран сер. Я реально не понимаю, почему не ставятся так блоки, как надо. Они должны были ставиться как надо. А, у меня есть идея, как мы можем от них избавиться. Может быть, мы поставим там факела, и они не будут спавниться? У тебя есть достаточное количество факелов? Ой. Как меня спас твой парапет, просто капец. Парапет спас, да. Так, сейчас я вот здесь попробую поставить. О, они исчезли, нюки! Ура, день! Ой, чуть не сдох. Каким образом? А, берегайтесь земли. Я на земле стоял, так. А, лол. Там этот земля? Опасный блок надо уничтожить. Так, хорошо. Знаешь, ты, кстати, сделал мне инструментов? Мы сделаем тебе инструмент,
но отдам я тебе его уже в следующей серии, потому что, как я и говорил, у нас на одну серию день и ночь. Окей. Вот, поэтому сейчас мы с тобой закончим эту серию. Ну, в общем, вот так вот, ребят, это у нас первая серия по выживанию в алмазной коробке. Будем смотреть, что будет происходить дальше. Получается, сейчас у нас на землю нельзя наступать, как сказал Нюкин, потому что она какая-то ядовитая стала. И спавнятся ночью мобы. Вот. Ну, ладно, давай тогда до следующей серии. Да. А вы, ребят, конечно же, ждите ее. Она будет уже очень скоро, она будет уже завтра. Я вот. Надеюсь, и в следующей серии я смогу по-нормальному постелить нам крышу. Вот. Поэтому... Да, я тоже надеюсь. Всем спасибо, всем пока. Всем пока, ребят.